Генеральный партнер проекта «Приорбанк». Синьчао. Добрый день. Мы во Вьетнаме на самом популярном курорте на берегу Южно-Китайского моря – Нячанге. Курортом Нячанг стал еще во времена императора, в то время, когда Вьетнам был французской колонией. Во время Вьетнамской войны город стал популярным местом отдыха американских солдат. Сегодня Нячанг входит в число лучших пляжных курортов Вьетнама, и тут отдыхают как жители Хошимина, так и туристы со всего мира. Особенностью Вьетнама являются горячие источники, которые разбросаны по всей стране. Особенно их много в горных районах. Поэтому во Вьетнаме можно и нужно сочетать пляжный отдых с лечебно-оздоровительным. За один день, конечно, мы здоровье свое не поправим, но я думаю, здесь мы снимем свою усталость, накопленную за день. В Нячанге очень много оздоровительных курортов, но мы выбрали самый интересный, который в переводе называется «100 грязевых яиц». Рассчитаться карточкой элементарно просто. Везде, кстати, просят подпись на чеке. У нас есть билеты и бесплатный ланч. Индивидуальные ванны, в которых проводят процедуры, выполнены в виде яиц. Довольно оригинально и необычно. Находиться в ванной можно всего лишь 20 минут. И это не потому, что грязи жалко, просто это процедура лечебно-оздоровительная. Если находиться временем дольше, эффект будет прямо противоположный. Тепленькая, жирненькая. Как, правда, потом купальник отмыть. Прошло, кожа оттенок поменяла. Водой и грязями горячих источников можно вылечить многие хвори. Это и аллергии, и заболевания опорно-двигательного и желудочно-кишечного тракта. А еще грязи полезны для кожи. Кроме всего прочего, они ее еще и отбеливают. Так что посещение этого заведения популярно у вьетнамцев. Ведь светлый оттенок кожи у них в почете. Генеральный партнер проекта «Приорбанк».